Пожарно-спасательная эстафета – испытание для сильных, физически и морально выносливых и подготовленных. Здесь важно не только быстро бежать, успешно преодолевать препятствия и барьеры, но и знать тонкости и нюансы функционирования оборудования огнеборцев. Куда и каким образом подключаются рукава, как правильно надеть экипировку. Однако юных брещан сложности не пугают. Многие из них ведут активный и здоровый образ жизни, что, безусловно, помогает на подобных стартах. Вообще, да, первый раз на этих соревнованиях участвую. Очень понравилось. Возможно, в следующем году еще приму участие. Участие – победа, конечно, но приехали побороться. Среди участников соревнований немало представительниц прекрасной половины человечества. В их числе гимназистка Яна Кричко. Девушка уже несколько месяцев проходит эстафетные рубежи под руководством тренера. Для Яны сегодня это любимое хобби. Принимаю я участие в первый раз, но я занимаюсь этим видом спорта. Меня привлекает вот это вот все. Мне кажется, это очень ответственный вид спорта, и я люблю... Такие экстремальные виды спорта. Инициатива проведения спартакиады «Сделай правильный выбор» принадлежит Ленинскому району областного центра Брещины. Уже не один год вместе с партнерами и спонсорами они организовывают для школьников активный досуг. Собрали мы ребят из учреждения образования Ленинского района для того, чтобы они не только попробовали свои силы, но и были заняты надежно, здорово и могли себя проявить и выбрать, сделать правильный выбор. Какой правильный выбор? Вы видите сами, здоровый образ жизни. На мероприятии принимают участие 11 команд. И направлено оно на, конечно же, на привитие здорового образа жизни, ну и акцентирование внимания на соблюдение правил пожарной безопасности, на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Пьедестал почета по итогам стартов оказался следующим. Третье место у 5-й гимназии, на втором – 5-я средняя школа. Победителями стали представители учреждения среднего образования под номером 17. Благодарность за активное включение в 8-ю летнюю спартакиаду «Сделай правильный выбор» наряду с позитивными эмоциями и яркими впечатлениями получили все ее участники. Анастасия Стропкова, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».